Клещей в лесах Ноябрьска нет, но могут появиться. Об этом сегодня новостям нашего города сообщили сотрудники МЧС Ямала по Ноябрьску. Специалисты рассказали, что за последние годы опасных насекомых рядом с нашим городом замечено не было. Не поступало также и жалоб на их укусы. Однако, по прогнозам спасателей, первые сигналы об укусах клещей могут появиться уже в ближайшее время. Дело в том, что вредоносные насекомые были замечены в Когалыме, от которого до Ноябрьска чуть меньше 200 километров. В связи с этим специалисты обращаются к жителям города с просьбой быть предельно осторожными и при первых же подозрениях на укусы клещей обращаться в медицинские учреждения.